Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Сегодня будет просто прогулка по магазинам, в которых я была, в двух магазинах. В общем, я поехала по делам, плюс мне нужно было заехать в магазин Оби. В общем, выздоровела Наташа, пошла шляться, конечно, как всегда. Вот, в Оби магазин я заехала, потому что мне нужно было купить землю и семена в школу. Дети в первом классе, которые у меня сажают, в общем, ну, на уроке технологии сажают, в общем, всякие семена там выращивают, в общем, с учительницей, она очень любит этим заниматься, вот, и это здорово. Ну, конечно же, посмотрела цветы. Кстати, посмотрите, орхидеи с таким белым налетом. Что это такое? Это ее опрыскали, наверное, чем-то, значит, она болеет? Я так как-то подозрительно, но орхидея красивая. Вот это тоже, смотрите, какая красотка стоит. Ну, я пошла по цветам, конечно же, ну, как иначе вообще? У меня, кстати, было подобное растение, оно у меня погибло в итоге. Вот, в общем, не стала его брать, хотя мне они очень нравятся. Вот, замиокулькасы тут, конечно же, разных размеров. В общем, прогулялась я по цветам и, конечно же, себе кое-что купила, естественно. Вот этот мне нравится цветок, как он мне нравится. И посмотрите, сколько он стоит. 8999. Кошмар. Муж бы у меня точно не оценил, если бы я такое купила. Вот, это то, что я купила в школу. Отвезу сразу как раз-таки в школу. Горшочки самые дешевые, в общем, и вот такие вот семена различные. В общем, они сажают. Я каждый год покупаю разные семена, и, в общем, они сажают тут и просто какие-то культуры, цветочки, в общем, и лучок. Больше всего нравится детям, кстати, горох и кукурузу сажать. Не знаю почему. И здесь я уже заехала в магазин «Глобус». Посмотреть, тут очень много всякого новенького привезли. Вот эта рубашка, кстати, мне очень понравилась. Единственный цвет мне не очень понравился. Но качество прикольное. 1199 рублей. Она длинная, прям вот ниже колен. Такая классная рубашка. Тепленькая такая. Ну, как рубашка-платье имеется в виду, да? Вот, и здесь вот такая зеленая с капюшоном, я думала, что это тоже платье, но это скорее больше как рубашка, либо как коротенькое платье, то есть намного, намного короче, прям такое с капюшоном, тоже прикольное, вот в двух расцветках висело. Вообще, люблю заходить в этот магазин, здесь можно много что интересного найти, вот такие футболки Поло тут тоже висели, но они мне почему-то показались женские футболки Поло какими-то маленькими. Я была здесь где-то в час дня, и народу очень мало, не знаю почему, вот, и в примерочной. Вот эту кофту я одела, так как я поехала без нижнего белья, и, в общем, чтобы показаться вам, скажем так, я сверху просто одела толстовку на голое тело, взяла вот эту вот кофточку чисто для примерки, для того, чтобы показать вам. В общем, взяла вот такую юбку, цвет огонь, мне очень нравится такой цвет. Стоила она 1049 рублей. И вот эта кофточка тоже 1049 рублей. Но за кофточку я бы столько не дала бы, на самом деле. Вот, хоть она такая трикотажная. В общем, с юбкой. Мне очень нравятся такие юбки. Я, кстати, неправильно ее тут одела, как вы видите. Но все время... В общем, они меня очень полнят в талии. Мне так кажется, по крайней мере. Мне кажется... Ну, вот мне как-то говорили, что тоже как-то я снимала подобную юбку, мерила. Девочки мне писали, что мне нужно как-то подобрать фасон или что-то в этом духе. Но вот все никак. Кофточка, кстати, вот такая укороченная. Вот, но прикольно, у меня здесь такой ворот как бы наискосочек так сделан. Классно. Вот. В общем, ее я просто так взяла, чтобы показаться вам. И еще такие юбки не нравятся моему мужу. Очень сильно не нравится. Он особенно говорит, если одеть с такой юбкой свитер, то это вообще какая-то бабушка. Вообще он считает, что такие юбки уродуют женщин. Вот он прям так и говорит. Я не знаю почему. Мне они очень нравятся, а мужу очень не нравятся. Вот. В общем, я везде, где вижу такие юбки, я всегда их примеряю. Цвет очень классный, но мне не нравится. Реально, вот они... Ну, я такая, видите, прямая, вообще без стали получаюсь. И еще увидела вот такую рубашку. Это размер М, но по мне так это L. Ну, мне так кажется, но она какая-то совсем большая. Хотя, с другой стороны, хорошо. Ее можно носить, например, на футболку или на майку вот так вот поверх, да, как
ну, просто накинуть летом, например, да. Качество очень классное, прям такой хлопок, очень такой плотненький, качественный. Сзади она такая удлиненная, как вы видите. И цвет мне понравился. Единственное, что немножко непонятно с размерами. Можно, например, ее вот так вот завязать там с джинсами или с брюками, или вот так же с юбкой, например, да. В общем, рубашка мне понравилась, но не совсем я поняла, что с рукавом. Сейчас я вам тоже его покажу. В общем, не знаю, думаю, может быть, все-таки вернуться за ней, за этой рубашкой, или не вернуться, не знаю, напишите вам, девочки, цвет мне очень понравился, мне очень нравится вот такой зеленый цвет, как юбка, как вот эта рубашка, с джинсами, наверное, было бы вообще классно. Смотрите, насчет размера, видите, как топорщится рукав, видите, я не знаю, может быть, это, либо это неправильно пришит он, либо это, может быть, на вешалке висело и так оттопыривается. В общем, я из-за этого... Видите, смотрите, видите, какой пузырь? Не знаю, если отгладить, может быть, будет нормально. Должен ли быть это спущенный рукав или не должен быть, непонятно. 1399 рублей. Но вот из-за рукава он меня очень смутил. Мне кажется, он очень так топорщится, прям заметно. Поэтому я подумала, что, наверное, все-таки не стоит такую рубашку брать. Не знаю. И вот такое миленькое платьице я там нашла. Девочки, вот такие платьица очень нравятся моему мужу, кстати. Как раз-таки для него можно было и купить такое. Я его купила. Оно хлопковое, оно очень классное. Единственное, что вот здесь видно, что мне тянет к груди, но сзади там такая вот штучка, чтобы не украли. Вообще не люблю, когда магазины так делают, обвешивают все с ног до головы. Я понимаю, конечно, что им важно, чтобы это все не украли, но мерить не очень удобно. Полностью расстегивается, то есть он как такой халатик, это я мерю, так штаны спустила, и красота. Вот. Но в итоге он мне, в общем, нормально сидит, такое классное платьице, расцветка классная. Вот его я и взяла, конечно же, потому что платье прикольное. Сейчас покажу вам цену. 449 рублей. Вообще, можно сказать, даром, потому что ткань очень классная. Такой прям хлопок, не сильно плотный, не сильно тонкий. То есть такой на лето вообще будет супер. Вот такое вот платьице. Вот, в общем, еду я уже забирать своих мальчишек попутно. Домой, в общем, потом поеду и покажу вам уже дома все, что я приобрела. Вот так вот у нас пасмурно, кстати, 2:30 на улице. Ну, такая погода. Так, ну что, приехала я домой, еще попутно мальчишек со школы забрала. И покажу вам сейчас покупки. Это из магазина «Глобус». Так, что-то у меня отсвечивает как-то. В общем, купила мужу две футболки. Но мне кажется, я им большие какие-то купила. Ну ладно, может подсядут. Ну, он у меня, в принципе, любит, когда футболка сидит свободно. Поэтому супер. Стоят они обе 549 рублей. То есть одна 549 и вторая 549. Он у меня любит футболки, носит их под свитер, под кофты какие-то постоянно. В общем, футболки у нас расходные. В общем, вот такие черную по 549, девочки, это огонь. И вторая вот такая вот зеленая, вот с такой вот какой-то надписью. Вот такая темная. Ну, она такого цвета хаки. У меня почему-то отсвечивает, видите? Такой глубокий черный, он как серый выглядит. Ну, ладно. Так. Также мужу я купила, покупала всяких носков. Тоже носки это дело такое, они убегают. По 50 рублей. 50 рублей одна пара. В общем, какие-то вот такие. Вот такие эти по 60 рублей. Но они какие-то ослабленная резинка. Видите, написано. Не знаю, пусть попробуют, что называется. По две пары каждый. И вот такие еще синенькие ему взяла. Тоже они тут какие-то... какие-то тоже... Вот, без шва какие-то. Ну, в общем, пусть носят. В общем, мужу купила. А себе я все-таки взяла вот это вот платье. Буду носить его дома. Хотя, вы знаете, оно такое, такого качества классного. Оно прям такой хлопок, знаете, такой шуршащий. Ну, для дома, в общем, я взяла за 400, в общем, не помню, с чем рублей, да, увидели, я показывала в примерочной. Здесь вот была прикреплена, почему у меня немножко вот в груди расходилась примерочная, вот здесь вот была прикреплена вот эта штучка, ну, которая, чтобы
не украли, вы поняли, да, вот это пластиковое, они сняли, и уже будет нормально мне в груди сидеть. Единственное, что лямочки не регулируются, ну, здесь сзади вот, так, тут цены нету, так называется, здесь сзади вот резиночка, здесь затягивается, полностью расстегивается, как такое платится халатик за такую стоимость, тоже огонь. Вот мне нравится магазин «Глобус» в том, что можно вот подобные вещи там совсем недорого купить. Ну, кстати, расцветка мне очень нравится. Платится прикольно. Для дома летом, да, вот здесь вот по участку ходить, там, я не знаю, с собаками прогуляться и так далее. Вообще супер. Вот такое вот у меня новенькое платье. Ну и, конечно же, в магазине обе. Как я могла просто там заехать, купить, отвезти в школу и все? Ну, конечно же, нет. Я не я прям. Наташа не Наташа. В общем, я, кстати, давно хотела вот этот цветок. Единственное, что я про него читала в интернете, и многие пишут, что потом листики могут становиться полностью зеленые. Видите, как вот здесь вот новенькие растут чисто зеленые. Говорят, что это зависит от освещения. Ну, в общем, причин много, но как он называется? Вот так вот называется. Вот как можно такое вообще запомнить, вот такое название? Кодиум. В общем, я даже ломать язык не буду. Стоило 469 рублей. Но я на него реально давно смотрела. Здесь вот посажено так. Давно смотрела. Они еще есть там, продаются большие такими кустами. Ну, большое такое деревце. Тоже прикольно смотрится. Ну, в общем, я себе взяла вот такого малыша. Думаю, ну, будет у меня расти. Посмотрим. Единственное, что у меня нет земли, чтобы пересадить. Горшочки у меня маленькие есть, а вот земли нет у меня. Так, и вот такой малыш, он уже у меня дошел до кучи, потому что я там, там у них отдельно стоят вот такие всякие маленькие малыши. Видно, детки отсаживают или, ну, черенки там, черенками, да, ну, в общем, детки с черенками, тоже детки. Вот. И, в общем, взяла вот такого тоже малыша. Они, кстати, разрастаются очень красиво. 269 рублей. Название-то я показала, да? Вот. Фитония Уайт Анна. Но это еще могу запомнить. А вот это вот, я не знаю, как запоминают вот такое. В общем, вот такие у меня новые питомцы. Еще у меня на губе какая-то болячка выскочила. В общем, девочки, кошмар. Но я почему-то решила, что я прям сильно выздоровела. Поэтому решила так от души пошляться. На самом деле сейчас время уже 3:30. Вот, и на сегодня я уже ничего не буду делать, надо полежать, потому что мне завтра все равно нужно ехать еще в банк, мне завтра нужно. Ну, и как всегда, куда-нибудь зайду, там рядом с банком мясная лавка. Ну, в общем, все как всегда. В общем, я что-то разошлась сегодня, но зато переделала много дел. Ну, и плюс еще поснимала вам. Ну, и на сегодня я уже буду с вами прощаться, потому что, как уже сказала, больше ничего делать не буду. Ну, как? Ужин разогрею, там что-нибудь поедим и так далее. Вот. И видео, наверное, получилось маленьким, но как есть. Зато почаще буду снимать. Вот. Всех люблю, целую, до новых встреч.